Организация «Врачи без границ» раздает жителям густонаселенных трущоб в либерийской столице Монровии специальные комплекты. 50 тысяч наборов должны помочь простым людям избежать новых жертв лихорадки Эбола. Дело в том, что эта болезнь распространяется из-за самых обычных человеческих эмоций. Люди хотят помочь больному, но нужно гарантировать, что, оказывая помощь тому, кто болен, другие тоже не заболеют. Нужно разорвать этот порочный круг передачи болезни. Либерийские больницы переполнены. Для лечения Эболы в настоящее время имеется лишь 620 мест из почти 3000 запланированных. Эти комплекты призваны помочь родственникам больного более безопасно ухаживать за ним дома в тот период, пока для него не освободится место в больничной палате. Это, по словам врачей, может замедлить распространение вируса. Комплект включает ведра, хлор, мыло, перчатки, халат и инструкцию по уходу за потенциальным больным Эболой. Цель этих комплектов как раз в этом – разорвать порочный круг передачи болезни. Они предназначены заменить больничную помощь. Они предназначены заменить любую помощь, которую предоставляют в профессиональных больницах. С их помощью родственники могут оказывать базовую помощь больному в переходный период, до того, как они смогут обратиться в центр по лечению Эболы. Такие комплекты «Врачи без границ» планируют раздавать постоянно в ближайшие недели, чтобы охватить всех. Мы знаем, что не просто сделать, чтобы было справедливое распределение, когда просто передаешь комплекты или ведра под ответственность лидеров общин. Поэтому мы предпочитаем делать сами, чтобы помощь дошла до всех. В настоящее время военные США и Великобритании работают в Либерии и Сьерра-Леоне, чтобы предоставить людям еще больше мест для лечения лихорадки Эбола. Для борьбы с эпидемией странам Западной Африки также пообещали сотни миллионов долларов международной помощи. Напомним, смертоносный вирус убил уже около 4,5 тысяч человек.